Здравствуйте, дорогие друзья и гости канала. Вот сейчас пришел с ДНС, забрал микрофон Маона АУ-402 модель. Почему я его заказал? Так как у меня есть уже микрофон вот такой АУ-100 Маона. Так он на батарейке, этот микрофон от батарейки. Вот сюда батарейка вставляется в него. Вот здесь откручивается вот эта фигурина. Вот эта фигурина откручивается. Сейчас, секундочку. Вот, и сюда батарейка вставляется. Так как батарейка может сесть, это минус сильный. И он перестанет писать. Надо будет менять батарейку, а если ее не будет под руками, то это все это будет труба. Вот. И еще длинный провод очень здесь. 6 метров. Нафиг такой, куда нужен. Он запутывается, его еле вот так вот свернешь потом, вы знаете, липучки. Еле свернешь, короче, его. Вот. И вот переходник к нему надо к диктофону, для диктофона записывать. Вот такой вот переходник. Вот тут микрофон вставляешь сюда. Потом вот этот. Вот. И вот сюда вот тут 4-пиновый, потому что вот 4 пина, 3 деления. И вот сюда тогда вставляешь, и тогда он будет писать. А так он только к смартфону подходит. К диктофону не подходит напрямую, если. Ну, вы меня поняли. А этот вот АУ-100 тоже в таком же пакетике. Ну, мешочке в таком. Здесь тоже такой мешочек. Но этот более приятный, вот на АУ-100 модели. Более приятный мешочек. Здесь такой он как бы скользкий такой. Ну, тоже нормальный. Вот сам микрофончик идет. 2 метра или 1,8 метра, по-моему, шнур у него. Вот. И здесь тоже 4-пиновый коннект. Так вот, тут идет сразу в наборе. Вот еще защелка такая металлическая, классная, клипса. Ну, микрофон куда крепить, вот так, раз и все. И вот самое, что главное, вот тут идет, вот этот переходник. Только он как бы напрямую вставляется, без всяких проводов, как тот у меня переходник. Тут провода, видите, вот. Вот тут провода. А тут сразу такая штука на 3 пина. Вот я ее сюда вставляю, вот так, диктофон. Вот сюда теперь 4-пиновую, которая к смартфону подходит. И вот так вот, и можно писать звук. Сейчас будет надо проверить, как пишет звук. Даже обалденно слышно. Отлично пишет микрофон. Ну и плюс, конечно, и диктофон важную роль играет. И микрофон хороший. Всем спасибо за просмотр. До встречи на канале.